Без усилий. Так, так получается, не наступает на какие конечности? На обе левые. На левую, да. Получается, на левую тазовую, на левую грудную. Да? С правым все хорошо, правый вопрос. Да вроде бы как бы да. Без подтягивания есть, у правой все хорошо. Давайте на другой бочок, и теперь на правую разворачиваем. Ай-яй-яй. Все хорошо. Совсем не наступает или хромает? Ну, она и как тяжело ей, да. Еле наступает. Да? Ну, да. Ну, это вот только вот на днях, а это вот... Не наблюдаете то, что пытается на полусогнутых лапках ходить? Я ее вот только вот, сейчас увидела. Ну, вот это вот, наверное. Тут что, перелом нет? Ну, сейчас рентген сделаем, посмотрим. Подтягивание также есть. Ну, может, ушиб, да. Опустите, покажите, как. Не хочет. Идите. Иди, не бойся. Видите? Пускай стоит, но... Что-что? Говорю, бедренная кость в левую сторону повернута. Видите, как лапа в ту сторону смотрит? Должна вот так смотреть. Ага. Ну, возможно, таз сломан. Пойдем честно. Ой-ой-ой. Нет, я не буду забирать. Ой, привет. Лежи. А подстелить ей, может быть, она, что? Она еще не отошла от наркоза. Тут уже то, что было подстелено, все это. Снежа. Дорогие друзья, приют переживает не самое легкое время. Особенно сейчас, в преддверии морозов, зимы, мокрого снега. У нас очень много накопилось инвалидов, их историй. Вы все участвуете в их спасении. Я прошу вас, мои хорошие, не бросайте нас. Сейчас Снежа. Потом покажу остальных подряд. Это не тяжелые ролики. Это ролики, когда уже самое страшное миновало. Но впереди... Тяжелое время, и без вашей помощи нам не выжить. Пожалуйста, не забывайте про нас и про тех, кому вы протянули руку помощи один раз, и кто нуждается в вас дальше.